по таким хорошим людям, добрым пацанам, у них фермерское хозяйство, пацаны сами работают на тракторе, у них тут, смотрю, вон комбайны есть, вот детские площадки, это село Киевка, рядом с Татарском, вот, иногда заказывают там здесь вот мебель, бытовую технику, возим, и что покажу вам интересно, у них есть газ, почти нигде газа нет, а у них есть, они модные, смотрите, и такая у них вышка огромная, вон. И дома прикольные. И у них очень много домов, которые завоевали статус «Лучший дом». Вот видите, везде газ. Так, бутылка у меня с водой здесь плюскается, чтобы нормально было. И пускай не плюскается. Вот так, покажу вам немножко хотя бы. Мы разгрузили сейчас кровать, им такую хорошую привезли. Тут у них снеговики вон. Глядите, как все почищено аккуратно. Люди живут, стараются. Видите? Мои клиенты занимаются фермерством. Пацаны двое. Не собираются никуда уезжать. У них даже свой есть канал. Я сюда вам выложу ссылку внизу под видео. Вот, почитайте, посмотрите, нажмете ссылку и гляните, какой их канал. Я сам даже еще не видел. И очень интересно посмотреть. Здрасте. Вот дедушки есть, девушки есть. Какой дом, смотрите, красивый, обалденный. Пока что я увидел, что это самый лучший дом. Здесь, смотрите, какой у них красивый забор, как все сделано здесь. Молодцы. Улица Молодежная. Надо было, конечно, у пацанов интервью взять. Ну ладно, в следующий раз. Дай бог, встретимся. Может быть. Дорожка прочищена у них тут. Очень хорошо, считает, до земли, вон, видите. Тракторист молодец, глава молодец. Там вот вышка есть, Теле2, по-моему, или что-то. У них даже есть своя луна, смотрите, здесь. Есть кот у них свой тут, который гуляет сам по себе. Так, вот есть девушка-красавица. Двухэтажки у них тут есть, смотрите. Немножко облезшие, но, может быть, дай бог, их отделают, отремонтируют. Тут надо крышу менять. Может быть, после моего фильма посмотрит глава. Деньги выделит. Так, ну такие домики есть, смотрите, простенькие. Вот такой, но домики такие аккуратные, видите, покрашенные. Ну там вообще старинные дома, смотрите, какие три дома подряд. Очень много старинных домов. Видимо, деревня это очень древняя. Напишите комментарий, сколько лет? 100, 200, 300, 400. Вот смотрите, как интересно покрасили люди. Просто покрасили и получились такие сверху наличники. Ну душевно, смотрите. Простенько, но душевно. Гляньте, какое солнце сделали. Просто из полторашек, из колеса Жигулей. Или даже от Запорожца. Видите, и везде вот желтые трубы, это газ. Кыштовки газа вообще нет у нас. Гляньте, какое здесь здание. Это похоже школа. Пошла девушка-красавица куда-то по делам. У них тут магазин есть, написано «Фермерский дворик». Интересно, что там продают. Но, к сожалению, времени особо нету все это дело посмотреть. Ждут люди, везде клиенты. Работать надо. Тут у них водопровод, теплый какой-то, теплотрасса. Так, здесь такая улица огромная. Там он тоже пацаны. Магаз, котельня. Так, нам надо направо. Покажу вам туда, вон улица. Смотрите, как идет далеко. Вон там сколько еще много чего интересного. Нет времени показать вам. К сожалению. Туда, вон улица еще идет. Очень много красивых домов, отделанных. Есть и такие старенькие домики, но с пластиковыми окнами. Нет, дом культуры это, дом культуры вот написано. Напишите, пожалуйста, уважаемые жители, вообще дом культуры, и сколько здесь вот жителей, да, количество напишите, пожалуйста, и сколько школьников в школе. Интересно прям посмотреть экономику села. Вот какие дома красивые.
Солнце тоже у них свое есть, видите, какое необычное. Киевское. Так что я не был в Киеве, но побывал в Киевке. Вот какой дом, смотрите, красивый. Еще гирлянду сделали, ночью тут, наверное, вообще красивый. И гаражик у них такой модный, красиво покрашен. Там сзади построечки крутые. Вот какой дом необычный. Ну круто. Интересная деревня. Интересно тоже побывать здесь, конечно, летом. Дай бог, получится. Будем мечтать. Уже надо список составлять деревень, куда мне надо съездить и показать вам летом фильмы. Вон туда еще улица идет какая-то. Где-то улица 4 или 5 здесь, короче. Большое село, большая деревня. С газом. С газом это круто. Вот какой дом крутой. Двухэтажный. Кто-то строит. Вот какой домик обшитый, красивый. Снеговик тоже он. Шапка у него красная. Тут такое хозяйство у людей. Вот маленький домусик. Вот такой домусик с маленькими окошечками. Вот такой обшили. Но не до конца. Еще утеплитель сделали, но пока еще не до конца. И с этой стороны тоже обшили. Сейчас будет скоро красиво. Самый крайний дом, он должен быть самый красивый. Какой-нибудь яркий под дерево. Рекомендую вам. Какой-нибудь ольха или вишни, что-нибудь такое. Обшейте. Профлистом таким, как вот под дерево есть, да, такой, знаете? Вот. Кругляк такой. Рекомендую. Если еще не купили, то купите такой. Вот. И будет красиво. Называется блокхаус. Из профлиста. Он очень качественный, крепкий. Полимерное покрытие покрашено. И он не облезет лет 60 точно. А то и больше, если правильно обслужить его. Чистить, мыть, чтобы не накапливалась грязь, чтобы стекала с помощью дождя. С него это вся. Вот. Грязюка наша, пылюка. И тогда будет все огончик просто. Все будет классно. Там еще есть такой грузовичок. На встречу едет микроавтобусик, газелька. Вот, как раз рейсовый маршрут, 15-й. Видать, с Татарска ходит до Киевки. Дорога расчищена широко, ровненько. Лес, правда, не такой, как в Штовке. Здесь такой лес мелкий. У нас-то березы такие мощные, там у нас южная тайга там. А здесь как бы уже такие степи, болота. Видите, какие березки здесь уже такие падают, потому что место такое. Такое вот такое. Заболочено немножко. И там уже, видим с вами, в принципе, Татарск. Счастливого пути, вот указатель. Конечно, это прям как дворец, замок такой в Сибири. Смотрите, как круто. Вообще молодец. Наверное, какой-нибудь фермер или предприниматель. Ну, заработал это трудом, я вам точно скажу. И очень большим трудом. Этот дом убирать еще надо, отапливать и все остальное. Все не так просто. Еще текущий ремонт. Плюс. А здесь какая-то база у них. Березовая роща. Напишите на базе, что это есть, пожалуйста, в комментарии. Ведь остановка такая модная. Вот какой дом этот. Какие окна, смотрите. Какие фасады красивые. Флюгель даже есть вон. Вот он. Вот база, там что-то народ тусуется. То ли лыжная, что ли. Там такие построечки еще есть. Красивые. Остановка такая тоже. Ответа хорошо закрытая, стеклянная, металлическая. Классно, короче. Угу. Вон Татарск уже.
Татарские живут, кстати, очень добрые люди. Я постоянно удивляюсь, почему здесь такие добрые люди. Удивительно просто. Вот солнце татарское. Ладно, всем пока.